Ну, сегодня 19 января, 4 года назад, вот здесь, в 30 метрах от того места, к ним сейчас стоим, был убит Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова. Оба они были активистами. Но при этом были профессионалами своего дела. Стас был хорошим адвокатом, помогал, в общем, не за деньги, а за идею. И это не значит, что он был адвокатом плохим. Он, в общем, посадил Буданова за убийство чеченской девушки. Посадил кадета, садиста и насильника, одного из федералов, так называемых, в Чечне. Он добился более-менее нормального расследования убийства антифашиста Александра Рюхина. И вот как раз один из тех, кто принимал участие в этом убийстве, Никита Тихонов, ну, таким образом отомстил, да, убив его здесь 4 года назад. Настя была журналисткой и анархисткой, и она всегда тоже лезла в какие-то непонятные истории. И, я не знаю, например, общага, которая блокирована силовыми структурами, из которой пытаются выселить жильцов, и она внезапно как-то оказывается внутри. Как она туда попала, непонятно. Спустилась с крыши на альпинистском оборудовании, залезла по балконам на третий этаж, непонятно. Как-то оказалось. В общем, она всегда умела оказываться на передовой. Да? И вот в тот роковой день я тоже оказалась здесь фактически на передовой. Шла с пресс-конференции, задавала какие-то, видимо, последние вопросы. Никто из нас, конечно, уже не узнает, о чем мы говорили. И я хочу сказать, что это были люди, которые, помимо своего профессионального долга, они понимали, что у них есть просто долг перед людьми, долг перед обществом, что они должны бороться за то, чтобы жизнь в нашей стране становилась лучше. И вот цена этой борьбы оказалась жизнь. Поэтому я думаю, что совершенно не важно, найдены убийцы или нет. Хорошо, что они найдены, хорошо, что они получили по заслугам. Но помнить этих людей надо всегда. И также надо помнить, что фашистский террор не остановлен. Что каждый год все равно убивают мигрантов, убивают людей, которые не похожи на славян, нападают на гомосексуалов, нападают на людей просто с отклоняющейся внешностью, не знаю, панков, рэперов и так далее. Всех, кого это отродье считает недостойным образом настоящего русского, в кавычках. И об этом не очень много говорят. Да? Вот сейчас, на днях, два дня назад, Александр Долматов совершил самоубийство в роттердамской тюрьме. Человека, который спасался и пытался получить в Голландии политическое убежище, одного из участников событий 6 мая в Москве, фактически довели до самоубийства, угрозой депортации. Такие депортации, в общем, практикуются не только в Западной Европе, они массово практикуются и в России. Высылают никому неизвестных таджиков, узбеков и представителей других бывших народов Советского Союза. Иногда азиатские спецслужбы, особенно узбекские, этим отличаются. Здесь устраивают настоящие охоты на своих политбеженцев, на оппозиционеров и местные спецслужбы им охотно в этом помогают. И это обычно проходит в стороне от медийного внимания. Вот я хотел бы, чтобы люди, которые в нашей стране живут, понимали, что это реальность не только Голландии, да, это реальность России. Просто мы об этом не знаем. Об этом надо знать. Очень хорошо, что сегодня пришло довольно много народу. Очень жаль, что на такую подчеркнуто неполитическую, без политических лозунгов и флагов, ну, без политических, я имею в виду, без идеологических лозунгов, потому что, конечно, антифашистская борьба является политической, что сюда пришли в основном представители левого движения, анархисты, антифа. Либералы, которые так поют о свободе в своих блогах, на Facebook, ВКонтактах. Что-то я их не видел сегодня, хотя звали всех. И это тоже, мне кажется, характерно, да, потому что есть люди, которые поют о свободе, а есть люди, которые ее добиваются. Я думаю, что рано или поздно все люди, которые добиваются свободы в нашей стране, будут в рядах этой демонстрации.